Ну вот оно, доброе утро. Все-таки ты на вас засматриваешься. Да-да-да. Сегодня едем в жесткий маршрутик. Таким составчиком. Сейчас еще ждем. Шестерку сними. Да, вот дедушка с нами тоже едет. Еще три машины у нас едет. Ждем. И катим в лес долбить на все бабки, как говорится. Машина? Вот это? Да. А я не знаю, это не с нами, это для лайт маршрутов какая-то. Для лайт маршрутов, да? Ну ладно. Да? Что там Мат хотел сказать? А вот это чья машина? Вот это вот чья машина? Ездит один с нами пенсионер. И старый, да, короче? Очень старый трек. И это что, 42-е, подписывайтесь на канал. Это что, 42-е? Да-да. Он что, взорванный, что ли, такой? Заряженный по полной. Заряженный, да? М57, брат! Да ты что, серьезно, что ли? Ёб твою! Ты хотел закрыл. Насрать туда? Старый закрыл. Это М57. Нальби, скажи что-нибудь про М57. Я тебе говорю, 42-е колеса. На деревне ни у кого нет таких. Подписывайтесь на канал. Ой, бля. Сегодня у нас прям будет пуска. Ну да. Граната такая маленькая, блядь. Очень много. 8 машин нас. Все доработаны, заряжены, наряжены. Прям кайф. На Ниве чувствую себя каким-то маленьким, да, Гилос? Звери, танки. Валерчика Вазик, кто помнит, на триподдорчиках. А вот еще Игоречек с нами, кстати, точно. Азамат свою котлету дособирал. Толик без машины сегодня у нас. Че, ты пиво уже ищешь, а? На 35-х колесах машина. Интересный проект. Посмотрим сегодня в лесу, как будет ехать. УАЗик Женьки Штирлица. С нами сегодня. Ну и Витоса. 33-е колеса, две пневмы. А, спереди привода. 30-35 шлицов. Первый капот у кого? 42-е тапки, бля! Панда, короче, просто. Ой, мать, кто в отсечке, кто где, кто как. Я снял! Снял? Да! Это просто что-то!
сейчас даст. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Отходите, говорит. Парни, почему мне трое? Водичка заходила. УАЗовскую запчасть, единственную, которую положил, подбил. Вот, смотрите. Сейчас мы дорогу освободим. Не проблема. Там Костя, там и... Ничего не видно.
Ахмед. Первую повышенную он успевал. Ты вообще на Изи прошел? Я что? Заехал на мотор, там было. А что ты не поехал? Валера сила. Колеса решают, да? У него салоне практически чисто. Ты что, посмотри. Наша статус не стоит. Можно так делать. Что ты делаешь? Когда заходишь в тупик, придумаешь. Все, да, это камбер. У тебя вес такой. Да, почти, смотри, мозг задний прилип чуть-чуть. Левая сторона заскакивает на этот блок. Азамат так не сдается. Право, руля! Право! Если не ее пусти! Если не ее, вот! Так, ну что, потихоньку едем. Все заеби. Ух! Я хайджек прилетел. Валера. А, короче, у Витоса ниссановский. Ниссановский, да? Купил Ниссан, ебись. Вот именно эта фраза, да, вышел из чата. Валерка вот идет на помощь. У Азамата коробка тоже вышла из чата. Передачи хреново включаются. Машину приходится глушить, заводить. Но еще едет. А, у Игорешки. Что-то рылюшки какие-то выделываются. Тоже какая-то беда. Но тоже едет, все нормально. Сейчас тут движуха, движуха, пацаны. Валера, Жень. Что тут, пацаны? Хаш. Громко в суп не говорит, получилось. Да? Монтировка мне нужна. У меня есть амортизатор. Монтировка есть. Давай пиво, держу. Куда надо. Ой, тут что-то какая-то хуйня произошла. Ребят, не бейте мозги, давай поднимем его и засунем. Диск поцарапает. Ты мешаешь, уйди. Твоей рожи в моем телефоне так много. Одна есть, хватает. Ой-ой-ой. Стой, стой. Чуть-чуть туда сделай, туда чуть-чуть. Вторая пониженная и пошел. Да.
Костя у нас молодец. Валера тоже там, да? Ой-ой-ой-ой-ой! Научился. Коробка перегрелась. Да почти коробка, пусть остынет. Да нормально. Все с ней нормально. Там вообще колея, дороги нет. Куда мы едем? Непонятно. УАЗик долбит, УАЗик мощный. Как здесь Нивы будут катить? Походу придется лебедиться. Лебедка!
Да, у него сейчас ремень слетит, и мы на час встанем. Гивос, не надо! Что-то колесо, слышишь, левое не крутит. Какое? Левое. Какое левое? Переднее, заднее? Переднее, левое. Здесь у нас резкое ТО. Это... Но Виталику вот так все вот, решает. Виталику похуй, да, у него топор, блядь, вот, значит, смотри, можно машину скажи, починить. Есть решение проблемы. Вот, здесь тоже все отлично. На Альби тоже. На кайфах. Уги, блядь, минус. Что? Привод? Вот. Азамат тоже. Ну, Азамату можно, он всегда выебается. Вот, нормально, у пацанов, короче, просто ремень слетел. Сейчас быстро накинут и будет дальше. Вот, еще ребята там впереди тоже, в принципе, Валера вообще сегодня ништяк долбит. А вот он, блядь, вспомни, вот и оно. Что такое, парень? Ну, че, давай, три слова о этих твоих триподорах. Блин, пацаны, на самом деле вообще... Тачка вообще поменялась. Рад, конечно, что вот так вот. Так, заметь, даже и коробка, и все и вывозит. И коробка, все, да, на Элке и на Дэшке едет прям нормально. Вообще прям четенько. Да, Валера... Ну, просто резина была, да. Резина немножко не та. Миньончики, миньончики и поменяли, и все да. Поменялось. Поэтому УАЗик вот чисто для кайфа. В лесу равных ему нету сейчас на этой резине. О-о-о, подожди, да. Понесло что-то лишнее, он сказал. Не лишнее, да. Нива, нет, но... Нива едет нет, тоже. Нива едет на соревнованиях, базан. На УАЗике да. На соревнования смысла нету ехать. Я даже не поеду. На Альби тоже потом увидите, долбит охеренно. Да, тачка да. Едет в там космос. Там пацаны все машины едут. У каждого проект свой индивидуальный, красавчики. Да, да. Нет. Ой, бля. Валера! Валер! Валер!
Да смотри, он газ жмет, машина уже не едет. Уже прям поняла. А я не понял, в чем проблема здесь была? А я бы вот сюда пошел. Это монстр! Назад, влево! Thank you.
случае ситуация становится сложнее. Вот он, чемпион! У Штирлица, у Женьки, кто его знает, как Штирлиц, кто как Женю, рыганул генератор. Вот, когда он пытался вот это вот пробить. Вот, у Гии два колеса, тоже все хуево. У меня стартер рыганул, точнее втягивающая. Там ребята вроде едут. Короче, все потихо, но нам сейчас надо вот эту машину как-то вытащить. Ребят, кто смотрит наш YouTube-канал, вот на самом деле очень крутой вопрос. Может быть, кто-то даст отдельный совет. Многие же ребята ездят на Нивах, да, вот. Что вы делаете со стартером, чтобы они работали? Мы уже пробовали дырки сверлить, я не знаю, чтобы типа вода быстрее туда выходила вместе с грязью. Мы пробовали герметизировать его полностью, чтобы вообще туда типа ничего не заходило, блядь. Вот сегодня опять поехали, вот новый стартер, вот опять лужи, блядь, вся херня, короче, отрыгнула именно втягивающая. Сам стартер работает. Может быть, кто-то даст совет. Пожалуйста, очень ждем ваши комментарии. Снимал, да я снимаю, собой? Стараюсь, бля, братан, меня засунули в очко последним, блядь. Я что снимаю, то... Ходят, Костя! Костя, прием! Какой? Да, второй Костя. Репортер. Да. Жека, ты порезался? Сука, ты, да, что ты с нами не поехал? Вот, вот, грамотные слова говорят. Кубки, блядь. Пиздец. Мы их просто замотивировали вывести. Хуйня. Что-то не получилось. Потихоньку двигаем в минус две машины. Получается, УАЗик Штирлица оставили и патруля оставили. Потихоньку пытаем дальше маршрут пробить. Не особо получается, но двигаемся. Двигаемся. Погодные условия нелетные. Погодные условия от слова пить. Ничего страшного нет. Завтра. Завтра вернемся за машинами. Наши фонари, пару пацанов уехало, еще две машины там, две машины там, впереди две машины здесь. Пиздец, нас все меньше и меньше, но мы стараемся ехать. Машины, пиздец, отказываются. Потихоньку едем, стараемся.
Вась, а я не могу понять, почему справа никто не едет. Ночью ездить — это полный пиздец. Гость! Валер! Натяжку нормально ездить! Не гордусь сильно! Заглуши! Заглуши! Короче, блядь, нас маршрут не пускает. Пацаны, надо с той стороны все вместе помогать. Давай. Толкаем, давайте, поставим. Руками толкаем, ребят. Давай. Ребят, подпускаем. Лабаш только вылетел. Кого, блядь? Валера! Там только лабаш вылетел, блядь. Сейчас ты, блядь, на лобаче поедешь.